тебя, как первую любовь, России сердце не забудет. Этот памятник Пушкину появился в Ленинграде совсем недавно, в июньский полдень 1957 года. С тех пор люди часто приходят к нему, и кажется, они как бы слышат на этой площади живой голос поэта. История создания нового памятника овеяна неповторимой прелестью пушкинского стиха. Грустен и светел вхожу я, ваятель, в твою мастерскую. Гипсу ты мысль даешь, мрамор послушен тебе. Нет, пока еще не послушен. Пока это лишь мечта, пожалуй, даже чересчур самонадеянная, создать памятник Пушкину. Правда, скульптор Михаил Аникушин не расстается с нею со студенческих лет. Но, может быть, зря? Ведь уже есть прекрасные памятники поэту. Великолепный бронзовый портрет у лицея в бывшем царском селе работы скульптора Баха. Юноша Пушкин в порыве поэтического вдохновения. А сколько букетов за 80 лет легло к подножью памятника в Москве? Когда-то газеты писали об этом памятнике. Явилась умная, с тихим задумчивым взором фигура Пушкина. Ново было именно это думающее, доброе лицо поэта. Ново. В этом все дело. Еще Белинский утверждал, что Пушкин принадлежит к вечно движущимся явлениям, о которых каждая эпоха произносит свое суждение. И вот слово предоставляется нашей эпохе. Каким же должен явиться людям Пушкин сегодня? Что особенно близко, дорого в Пушкине для нас и для нашего будущего? Скульптор еще и еще раз всматривается в знакомое изображение поэта. Знаменитый портрет Кипренского. Сам Пушкин сказал об этом портрете. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Память подсказывает и другие произведения художников, рисующие как бы живого Пушкина. Все это бесконечно важно при работе над памятником, но открывает скульптору главным образом черты внешнего сходства. Тогда он обращается к многочисленным автопортретам Пушкина, оставленным на полях его рукописи. В этих набросках, сделанных в минуты раздумья, поэт рассказывает сам о себе. Невероятно трудно живой, подвижный, все время меняющийся облик Пушкина запечатлеть в каком-то одном, наиболее характерном мгновении и на века отлить в бронзе. Вот шуточный автопортрет «Святой отец» Александр Пушкин. Многодневные творческие поиски привели скульптора в знаменитые пушкинские места, в уединенную тишину Михайловских рощ.
Казалось, что именно здесь, среди природы, которая вдохновляла поэта, отыщется ответ на самый главный вопрос. Каким должен явиться людям Пушкин сегодня? Все будило здесь воображение скульптора. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 3 года незаметных. Вот опальный домик, где жил я вместе с няней моей. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум дубрав, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышлений. Здесь, в этих пушкинских местах, в Михайловском и в Тригорском, вставал в воображении скульптора образ великого поэта, бесконечно близкий народу, родной русской земле, задумчивой тишине ее полей и лесов. Как запечатлеть этот уже сложившийся образ поэта в бронзе и вознести на пьедестал нового памятника, которому стоять в Ленинграде в озарении пушкинских белых ночей? Решение пришло неожиданно и в итоге всех накопленных впечатлений. Квартира Пушкина на набережной Мойки. Его последняя квартира. Комната, где перестало биться сердце поэта. И вот горечь этой вновь переживаемой разлуки с поэтом была так велика, а близость его так радостно ощутима, что скульптору захотелось услышать живой голос Пушкина. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И тленье убежит. Живой голос Пушкина. И долго буду тем любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу. Пушкин, читающий стихи, вот решение. Но какие именно строки из алмазных россыпей пушкинской поэзии помогут скульптору? Пожалуй, лучше всего это может подсказать сегодняшний город. Сам город, где должен быть установлен памятник. Оказывается, суждение нашей эпохи о Пушкине сегодня надо искать вдали от традиционных пушкинских мест. В дыхании современной жизни, в ее новых ритмах, среди людей, ради которых Пушкин должен сегодня подняться на пьедестал. И люди становятся как бы сотворцами нового памятника. Только благодаря им идея современного памятника великому поэту может обрести настоящий размах, встать вровень с его исполинской фигурой. Вот в этой радости людей труда, в этой освобожденности взглядов, улыбок угадывались краски и для пушкинского портрета. А однажды провожали комсомольцев на целину. Скульптор всматривается в эти лица, в молодые глаза, и вдруг как бы слышит: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» Мой друг, отчизне посвятим. Как будто все ясно. Но вот бывает так. Музыка в голове звучит, а воспроизвести не можешь. Образ сложился, а в осязательную пластику не притворишь. Теперь готово. Готово ли? Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Нет, еще не то, не так и не то. Все сначала. Наконец поднялся, шагнул встреч людям.
Когда-то Ленин говорил, что открытие каждого нового памятника должно быть маленьким праздником. С тех пор, как бронзовый Пушкин встал на этой площади, люди часто приходят к нему. За создание памятника скульптор Михаил Аникушин удостоен самой высокой для художника награды – Ленинской премии. Пушкин, обращенный к нам, к нашему времени. Пушкин – свободолюбец. Певец света и разума. Пушкин, читающий стихи. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы.